Всем привет, с вами Роман Раскольников, мы играем в Mass Effect, и сегодня мы будем проходить сюжетное задание под названием Таверс Торианин. Вторым способом, то есть у нас персонаж отступник, и мы убьем всех в лагере Джо. И мы начинаем. Корпорация Экзогений напоминает всем членам персонала, что пользоваться оружием на частной территории корпорации строго запрещено. Добрый день, младший научный сотрудник Элизабет Бейнен. Чем могу помочь вам? Мне нужны ответы. Какую информацию запрашивал последний пользователь? Сбор данных. Предыдущий пользователь попытался получить доступ к материалам по виду 37 под названием Торианин. Вот черт. Что ты ему ответил? Мне не удалось предоставить предыдущему пользователю необходимую информацию. Он не имел необходимого допуска, к тому же новых сведений о виде 37 не поступало. Все датчики и мониторы на наблюдательном посту в Надежде Джу вышли из строя несколько циклов назад. Что ты сказал? Какая связь между Надеждой Джу и Торианином? Вид 37 расположен в подземных сооружениях под Надеждой Джу. Наконец-то. Расскажи мне все, что ты знаешь о Торианине. Торианин – это простая форма жизни. Растение, которое демонстрирует нехарактерные для других видов флоры свойства. Оно распространяет споры, которые могут проникнуть в дыхательные пути других организмов, включая людей. В дальнейшем он начинает их контролировать. Контрольная группа из Надежды Джу продемонстрировала интересные результаты. До отключения датчиков заражению подверглось почти 85% испытуемых. Вот ублюдок. Вы, экзогени, знали, что произойдет с этими людьми. Это было необходимо для определения возможностей вида 37. Это объясняет их странное поведение. Может, стоит предупредить пилота? Хорошая идея. Джокер, вызываю Джокера. Черт, поле блокирует сигнал. Нужно отключить поле и вернуться в Надежду Джу. Нужно выяснить, как. Вэй, расскажи мне о поле, окружающем здание. У меня ограниченные данные по гетам. Они заблокировали все датчики внутри здания. Я зарегистрировал необычные флуктуации энергии, но не могу определить ее источник. Мы выясним все сами. Нам нужно найти этот корабль. Выдвигаемся. Перехожу в режим ожидания. Так, собственно, кстати, мы какую-то штуку собрали. Добрый день, это младший научный сотрудник Элизабет. Этого пока до свидания. Достаточно. Перехожу в режим ожидания. Значит, ты тут живешь, да? Младший помощник. Так, переходим в боевое положение. Огонь на поражение. Так, всех мы перестреляли. Очень даже хорошо. Не очень аккуратно, зато эффективно. Как отключить питание, если оно поступает с корабля? Как бы их расхреначить? Давайте проверим остальные. Похоже, это место имеет какое-то особое значение для гетов. Неужели они приспособили это помещение под храм? А вот на то мне покласть. Покласть я хотел на гетские обычаи. Так. Ну, взламывать мы ничего не можем, у нас нет способностей на взлом. И ни у кого в отряде нет. Так. Опять тут охотник этот. Ух ты! Так. Ну что там? А
ну давай, хорош там скакать. Все, не надо. А, ты все-таки сделала, да. Я как раз хотел, чтобы ты что-нибудь сделал уже с этим прыгуном. Так, тут у нас кроганы. Давайте. Так. Так, минус один кроган. Минус два крогана. А, минус три крогана. Всех убили. Никого больше не осталось. Значит, тогда спускаемся. И поднимаемся по соседней лестнице, по параллельной лестнице. Так. Тут тоже вроде должны быть где-то враги. Нет, врагов нету. Так, а как нам пробраться туда уж? А, вот. Не заметил. Так, вот где все враги. Так, знаешь что, ты, наверное, так, ты, наверное, сделай сингулярность. Так, все, всех убили, да? Отлично. Хорошо сработано. Так, ну все, тогда поднимаемся на второй этаж, здесь нам уже делать нечего. Боюсь, у нас нет подходящего оборудования для того, чтобы отсоединить эту опору. Продолжим поиски. Продолжим. Так. Тут у нас охотник. Зря ты способность использовала. Нам способность нужна была для другого. Ой, так, лечимся. Нам для него нужна была способность. А мы его уже убили. Похоже, они выходят из лаборатории. Я, конечно, не спец, но, по-моему, надо отсоединить хотя бы одну опору. Ну да, опять дешифровку мы ничего не сделаем. Так, это тоже мы не можем сломать. Так, я уже вроде помню, нам вроде вот так вот надо было сделать. Нет, не так. Вот так вот. Высокое давление. Потом надо будет в команду взять Кайдена и посмотреть, что будет, если мы все же сломаем дешифровкой. Хотя было бы чудесно. Неплохо сейчас взять. Теперь выход должен Кайдена. Открыться. Пора заняться Трианином. Отработка по мне. Сначала гетов покрошили, теперь землетрясение устроили. Повторяю, Нормандия вызывает группу высадки. Вы слышите меня? Это Нормандия. Группа высадки, прием! Капитан, не пугайте меня, отзовитесь! Это группа высадки. Как обстановка? У нас непредвиденная ситуация, капитан. Колонисты все как с ума посходили. Толпят по корпусу, пытаются внутрь залезть. По виду чистые зомбики. Защищать корабль любой ценой. Не пускайте колонистов к Нормандии. В случае необходимости можете стрелять. А,
Вас понял, капитан. Сделаем пару предупредительных выстрелов. Пусть побегают. Мы уходим, будет весело. Но перед уходом очистим это место от синтетиков. Так, возвращаемся обратно. Наша задача здесь выполнена. Нам здесь больше нечего делать. Так, вот тут, да, выход. Мы ничего не боимся. Мы суперсолдаты. Так, надеюсь, мы правильно бежим. Вроде пока да. А, нет, уже неправильно. Уже неправильно. Так, нам вот сюда вот. Все, вот сейчас мы бежим правильно. Или... А, да, все. Нет, неправильно опять. А, точно, мы, в общем-то... Не туда пошли, нам нужно было вот сюда идти. Эта же дверь была закрыта. А вот и вы! Нужно уходить отсюда, здесь небезопасно. Вы мне солгали. Что ничего не знаете о Торианине. Мне не нравится, когда мне лгут. Я боялась. Я хотела помешать исследованиям, но мне угрожали. Сказали, что я буду следующей. Когда гетты напали, я осталась, чтобы послать сообщение в Министерство колоний. Я пыталась сообщить им, где искать Торианина, но питание отключилось. Я не хотела этого. Просто мне скажите, все равно. Где Торианин? Больше не врите. Торианин под надеждой Джу, но вход туда блокирован. Колонисты закрыли его грузовым кораблем как раз перед нападением гетов. Это не моя забота. Меня волнует прежде всего то, зачем гетам Торианин. Он обладает уникальными способностями по контролю над сознанием. Этим как раз и интересовались в Экзогене. Нормандия вызывает группу высадки. Связь есть? Что случилось? Что там, Джокер? Мы перехватываем переговоры гетов. Похоже, они направляются в вашу сторону. Вы слышали? Вот чёрт. Давайте выбираться отсюда. Я иду с вами. Я могу помочь. Исправить то, что натворила. Так, хорошо, исправляю то, что ты натворила. А мы возвращаемся домой. То есть обратно. Так, вон наша тачка припаркованная стоит. Мастер парковки называется. Ну чё, поехали дальше. Возвращаемся. Так. Так, ну-ка, назад. Так, давайте этого джиггернаута добьем. Да ё-моё, из-за того, что ракету пустил,
У меня не было возможности прицелиться получше. Давайте. И все, мы его убили. Так, ну, этого надо покоцать. Так, теперь мы можем его добить. Это помогу, да? Все, а так убил. Так, тут по нам стреляют. Так, я не могу попасть. Ну да. Тогда знаете что, давайте мы покоцаем этот самый танк. Так, назад. Да. Мы все-таки в него попадали. Ну давайте хотя бы шагающий танк убьем. Получим за него опыт. Побольше опыта. Так. В последний момент отошли. Да. Дурацкая снайперская винтовка. Так, давайте я, в общем, знаете, что сделаю? Наверное, вот так вот я сделаю. Так, ясно. Так, 300 опыта получил даже за него. Так забавно прыгает, когда мы видим. Так, нам сюда. В чем дело? Это Джулиана Бэйном из колонии Ферн. Пожалуйста, помогите нам. Это моя мама! Остановить! Остановите машину! Так, давайте сохранимся на всякий случай. Ну, конечно, запугать мы его тоже, наверное, не сможем, потому что у нас недостаточно очков будет запугивания. Ты не сделаешь этого, Джо. Всем заткнуться! Дайте подумать! Что происходит? Тебе это с рук не сойдет. Уберите ее отсюда! Отойди от нее, сукин сын! Элизабет! Проклятие! Выходите так, чтобы я вас видел! Все! Стойте на месте, капитан. Это проект Экзогени. Вы будете делать, что я скажу. Что вы скажете? Черт побери, вы говорите. Связь восстановлена. Экзогени хочет скрыть следы своей деятельности здесь. Это колония людей, Джонг. Нас нельзя так просто сдать в утиль. Дело не в этом. Есть нечто более ценное, чем жизнь нескольких колонистов. Дороже жизни людей. Вы сами расскажете им о Тарианине, или это сделать мне?
О чем? Это телепатическая форма жизни, обитающая под надеждой Джу. Существо овладело разумом местных поселенцев. В Экзогене знали об этом с самого начала. Тебе это с рук не сойдет, Джонг. Думайте, что хотите. Но никто не хватится пары другой колонистов. Ничего себе, а... По-моему, скучать тоже не будут. Сначала я убью вас. Джонг. Я Спектр. Прикиньте, какой у вас шанс выстоять против меня. Спектр? Чушь! Спектров людей не существует. Ведь так? Согласны ли вы испытать свою удачу, Джонг? Экзогени пошлет еще инспекторов. Там узнают, что здесь случилось. Они не узнают. Скажите им, что гетты уничтожили Тарианина. Да, но они не должны увидеть зараженных колонистов. Боже правый, но нельзя же убивать колонистов. Это не их вина. Если вы убьете Тарианина, это остановит инфекцию. Может быть. Я не могу рисковать. Все враждебное нужно уничтожить. Должен быть иной способ. Может и есть. Перед тем, как уходить, подойдите ко мне, дорогой капитан. Главное, удостоверьтесь в том, что не осталось никаких улик. Мы получили 27 очков отступника. Это бы сколько бы очков героя бы мы могли бы получить, если бы мы... 26, наверное. Но мне почему-то обаяние недостаточно было, обаяние. Так, давайте тогда броню прокачаем. Нет, давайте, знаете что? Умение физическая подготовка, урон от оружия на 4%, урон от ближнего боя на 44%, да? Увеличивает здоровье на 8% и увеличивает максимальную точность секунду. Так, тогда что мы делаем? Тогда мы вот эту качаем. Так, уходим, подходить к доктору это не будем. Брать гранаты, сразу всех убивать будем. Но зато мы здесь оставили их живых. По Шербазас мы тоже оставили бы в живых. За доброго персонажа. Но почему-то мне не хватило очков. Не понял. Я не все сделал. Вернитесь на надежду. Вот это был финт. Похоже, мне все-таки надо поговорить с ней. Ладно, ладно, я вернулся, уговорила. Давай я поговорю с тобой. Давай свои улучшения для гранат, которые я сорно использовать не буду. Так, где как ты? Как раз вовремя. Может, нам действительно удастся освободить... Я Давай. Рада, что вы поможете нам, дорогой капитан. Думаю, можно будет избежать потерь среди колонистов. Объясняйте вкратце. У вас одна минута. Думаю, с помощью нервно-паралитического газа можно обезвредить колонистов. Можно использовать газовые гранаты. Забудьте об этом. Я не собираюсь останавливаться и просить их вдохнуть поглубже. Но вы хотя бы попытаетесь. Пожалуйста, капитан, они наши друзья. Нет. Я на это не пойду. Боже правый, ну хотя бы возьмите гранаты на всякий случай.
Мои люди позаботятся о нашей безопасности. Если вы идете, идите. Мы останемся здесь, пока вы не... Они выжили там. Они легко справятся. Ну да. Не выжили там, они легко справятся. Да, конечно, мы легко справимся. Данный капитан Шепард – машина для убийств. Эй! Ты хорош прыгать так, по-дурацкому. Так, на всякий случай сохраняемся. А то сейчас мало ли с моста еще упадем. Так. Нам нужно уходить отсюда. Так, теперь мы можем его добить. Так. Со снайперской винтовки будем мучиться добиваться или... Давайте со снайперской винтовки попробуем попасть. Ну да. Точности нам не хватает. Ну, штурмовая винтовка, так штурмовая винтовка. Так. Убьем его или нет? Как? Все, мы его убили. А, у него щиты нет. Итак. Промахиваемся. У нас не попадает. Так, я вообще попаду сегодня в них, нет? Так, давайте мы поступим по-другому. Криво стоим еще, да? Так, давайте мы... Тогда знаете что? Ну, тогда вот так делаем. Так, все, мы его убили. Ого! Да вы, ребята, очень мощные, смотрю. Так, этого мы убили. Этого нет. Так, сколько нам осталось тебе выстрелы сделать? Так, все, мы их убили. Отлично. Так, на всякий случай.
Мы уже почти подъехали. Так, нас тут поджидает уже зомби этот. Ого, я его еще и с первого раза нельзя убиться. Так. Никакая инфекция не может до такой степени изменить человека. Что же здесь происходит? Провести полную зачистку. Проводим полную зачистку. Стреляем на поражение во все, что представляет угрозу. Разве мы не будем использовать нервно-паралитические гранаты, которые нам дала Бэйнэм? Мы не можем рисковать. Но некогда тратить время на этих людей. На карту поставлена безопасность всей галактики. Жалко, но если вы говорите, что нет выбора, я вам верю. Так, сначала убьем вот эти. Эти же зомби. Прям как в фильмах про каких-нибудь зомби. Такой пистолет уже берем, потому что патроны, по-моему, только закончились. Так, давайте еще вторую волну переживем. Так, слишком быстро перебивают у нас туманы только. Так. Давайте его убьем. Так, тут у нас люди, поэтому мы активируем адреналин. Так, этих мы убили. Поднимаемся выше. Ну-ка, отойди от меня, что тебе надо от меня? Так, все это вырубили. Привет, Алди. Так. Рекс, я надеюсь, что... Так, всех поубивали. Так. Пять раз осталось.
Так, давайте вручную добивать их. Так, вот здесь нам потребуется адреналин. Так, не подпускайте их близко, а то я начинаю рукопашку драться. Мне в данный момент надо по максимуму всадить в них патроны, чтобы потом их только добить. Связался со мной. Так, нет смысла против меня вот так вот теперь сражаться. Так, давайте лечимся. Все, всех колонистов убили. Больше никого не осталось. Она слишком сложная и хрупкая, чтобы использовать ее в бою. Я сопротивлялся, но он проникает прямо в голову. Вы не знаете, что это за боль. Я должен был быть лидером. Эти люди доверяли мне. Он заставляет остановить тебя. Я не буду. Я не буду! Все, колония полностью уничтожена. Осталось уничтожить только Торианина. Сейчас также мы посмотрим в конце, что будет говорить Азария, потому что там другая Азария еще будет. То есть, что будет Лиара говорить по поводу того, что там другая Азара. Так, я 33 очка отступника получил или сколько? Мы уже почти панель заполнили. Так, что я могу сказать? А что нам дает физподготовка? Ничего особого. Давайте броню прокачивать. Будем таким мощным танком, который идет на пролом и всех убивает. Который не знает ни жалости, ни пощады. Хорошо. Нам нужно только найти это существо и выяснить, что оно... Оно... Это... Отвратительно. Просто чудесно. Так просто мы с ним не справимся. Стойте, нарушители покоя! Ни шагу вперед! Тысячи щупалец опутают ваши тела, достойные лишь того, чтобы после гниения стать пищей. Я говорю от имени старого корня, как говорила от имени Сарена. Вы предстали перед Торианином. Он повелевает вам восхищаться им. Я уничтожу тебя. Ты поработил колонистов. Отнял их волю. Не знаю, чего хотел от тебя Сара, но я хочу тебя убить. Торианин — часть этой планеты, повелитель пространства и веков. Ты не сможешь убить его,
никак не сможешь убить солнце. Твоя кровь пропитает землю, пройдет новые ростки. Так, сюда потерялась шефом. Ах ты ж! Я успею встать этого момента, пока он не закончится. Мочить их всех. Проклятые зомби. А ну иди отсюда. Шепард, здесь что-то есть. Какой-то нарост. Да, да, я знаю, я уже спрашиваю, ты мне только сейчас говоришь. Ты мне еще психиатр сказал. Корешок, не нравится? Еще пару узлов, и тебе хана. Полностью с тобой согласен, Рэд. Жаль то, что его пока что мы не можем убить его. Так, он снова воспроизводит Азария. Так, отходим. Почему она целится вечно в нас? Так, давайте их. А ну иди отсюда. Хорош валяться здесь. Подъем. Так. Это все на что вы способны? Так. Да вообще ничего сложного. Я вас даже могу вручную все с вами драться. Так. Ага. Подъем. Плохи дела. Я не заметил то, что она была вблизи. Как же так? Так, я вернулся. Уничтожаем этот корень.
она, блин, темная и черная, незаметная ее среди этих зомби. Поэтому я сразу не возьму на машину. Ее надо в первую очередь убивать. Так. Вот она. Тихо, давай что-нибудь. Было бы мертвы, да? Ну давайте, вставайте. Так, ты убил моего, а я убил тебя. Раз. Так. Мы вернулись на то же самое место. Так, вот она. Так, тихо. Давай, вот. Да. Она вот фокусит только меня. Итак, я вернулся. Тут, в принципе, недалеко. Так, вот мы видим. Подъем, вставай, вставай, вставай. Так. Она фокусит меня. Давайте что-нибудь вот здесь устройте, типа засады. Опа. Так, это не она была. Так, где этот клон? Так. Ты всех убила. Ну ты зря это. Ты сама напросилась. Так. Давайте тут тоже сохраним. Так, сейчас ко мне клон, да, прибежит? Все, не так, ну зомби мы привыкли. Так, мы почти уничтожили корни. Но это недостаточно. На самом деле рукопашки не очень удобно. Сделано в этой игре. Лучше бы сделали по нажатию кнопки.
Так, вот клон. Его надо в первую очередь. Так, лечись. Чё ж? Что с тобой не так? Так, вот клон. Сама напросилась. Подъем. Так, теперь нам будет проще уничтожить этот нервный узел. Так. А куда там нам бежать? Сюда, да? Так, отходим. Близко ко мне не стоит подходить, а то морду получите. Получай. Пинок. Поджопник. Так, о чем мы? Так вот же. Так, давайте мы поубиваем. Здесь сейчас мы еще крышот. А дверь откроется, и к нам еще прибегут враги. И вместе с этими их будет очень много, и масса нас убьет. Они нас задавят массой. Вы мне еще потребуетесь. А вот это уже нечестно, потому что она с разбега сразу в меня свою способность пожимает. Ну давай. Где это было? Ну да, она мгновенно убивает. Вот у меня вроде жизни много, и резко ни с того ни с сего у меня жизни мало. А она еще с разбега и сразу в меня попадает. Из-за угла выходит. Это очень плохо. Тогда... Что вы ко мне пристали, а? Так, фокусим все этого клона дурацкого. Где этот клон? Стреляй сюда, этой хрени. Так. Ты еще что-нибудь используешь? Так, подъем. Нет, нам нужен клон. Нам нужен клон Азарии только. Подъем.
Так. Давайте это вот так делаем. Наконец, скоро этот монстр свалится. Надеюсь. Так, надо найти клона Азарии и уничтожить его. Так, вот он. Так, совершенно мимо прошел. Хорошая работа. Так, я не вижу клона Азарии. Так. Ну, клон Азарии струсил, куда-то убежал. Так, тихо. Так, этих зомби надо всех убивать. Теперь надо клона Азарии искать. Так, если вы здесь, значит... Значит, клон Азарии здесь точно нет поблизости. Иначе бы он бы вас сразу бы убил. Точнее, она. Так, а мы ее, похоже, убили, да? Может, вот. Нет, вот она. Сразу так. Так. Клон Азарии. Соверши на нее бросок. Так. Давайте все фокус на нее. Подъем. Так, вы убьете сами уж. Так, смотрите, что мы делаем. Мы... Или это не последний? Да, это последний. Я свободна! Это ненадолго. Я должна поблагодарить вас за то, что освободили меня. Откуда мне знать, я вам не доверяю. Что вы меня обманываете? Это не обман. Торианин мертв, а я снова стала собой. Меня зовут Шиала. Я служила матриарху Бенезии. Когда она заключила союз с Сареном, я последовала за ней. Бенезия предвидела, на что способен Сарен. Она присоединилась к нему, чтобы изменить его. Но Сарен умеет настоять на своем. Бенезия потерпела поражение. Вы сами выбирали свой путь служения Сарену, как и матриарх Бенезия. Бенезия недооценила Сарена, как и я. В конце концов, мы поверили его планам.
Сила его убеждения поражает. Бенезия хотела повернуть реку вспять, но ее унесло течением. Матриархи тут что-то Асан, еще. Одни из самых мудрых и влиятельных существ в галактике. Как одна из них могла попасть под влияние Сарена? У Сарена есть судно. Огромный военный корабль, не похожий на те, что я видела раньше. Его называют «Пластилин». Корабль может влиять на умы живых существ. Они начинают подчиняться воле Сарена. Процесс этот происходит незаметно. Занимает дни и даже недели. Но избежать его невозможно. Когда Сарен доставил меня на эту планету, я уже была его рабом. Ему нужны были мои способности биотика, чтобы общаться с Тарианином, узнать его секреты. Сарен предложил меня в качестве оплаты. Меня принесли в жертву для заключения договора между Сареном и Тарианином. Вот что так вам и надо. Доверять Сарену. Сарен, не задумываясь, предает союзников. Когда он получил то, что хотел, он приказал гетам уничтожить Тарианина. Сарен знал, что вы ищете канал. Он знал, что вы следуете за ним по пятам. Он приказал гетам атаковать Тарианина, чтобы вы не получили шифр. Расскажи, что это? Что такое шифр? И зачем он Сарену? Маяк на Иден Прайм вызвал у вас видения, но они смутные и запутанные. Они были предназначены для сознания Протеанина. Для того, чтобы полностью понять их, нужно мыслить как Протеанин. Вы должны понять их культуру, историю, способ существования. Тарианин существовал здесь задолго до того, как протеане построили этот город. Он наблюдал за ними и изучал их. Когда они умирали, он их поглощал. Так они стали частью его. Хватит мистицизма. Дайте мне четкие ответы. Где шифр? Шифр — это сама суть существования протеан. Его нельзя описать или объяснить. Это как описывать цвет существу, не имеющему глаз. Для того, чтобы понять его, вы должны проникнуть в память предков существ данной местности, в образ мыслей, свойственный тысяче поколений протеан. Я впитала эту память поколений, шифр, когда слилась с Тарианином. Наши личности перемешались, сознания переплелись. Такому знанию нельзя научить. Оно просто существует. Вы дали его Сарену? Вы научили Сарена. Вы можете научить и меня. Способ есть. Я могу перенести знания из моего сознания в ваше, как проделала это с Сареном. Постарайтесь расслабиться, капитан. Дышите глубоко и медленно. Сбросьте физическую оболочку. Постарайтесь почувствовать связи, соединяющие нас. Каждое действие порождает волны по всей галактике. Каждой мысли для жизни необходима другая мысль. Каждая эмоция должна затронуть чувство другого. Все мы связаны. Каждое существо — это часть единого великолепного целого. Откройтесь Вселенной, капитан. Обнимите вечность. Я передала вам шифр точно так же, как передала его Сарену. Память поколений протеан теперь принадлежит вам. Ментальная связь может доставлять боль. С вами все в порядке, Шепард? В голове все перемешалось. Я видел только очередные странные видения. Они до сих пор не имеют смысла. Вы получили ценный дар. Опыт целого народа.
Вашему сознанию потребуется время, чтобы переработать эту информацию. Нам нужно отвезти вас на корабль и обследовать. Извините, что заставила вас испытать неприятные ощущения, но по-другому было нельзя. Вам был нужен шифр. Со временем вы поймете видение маяка. Я не могу вас отпустить. Вы были союзницей Сарана, и, насколько мне известно, остаетесь ею до сих пор. Я не могу отпустить вас. Вы подозреваете меня, и это понятно. Но вы освободили меня от Торианина и от Сарана. Теперь я на вашей стороне. Если позволите, я бы хотела остаться здесь, с колонистами. Они много страдали, и я отчасти виновата в этом. Мне хотелось бы загладить свою вину. Я не могу оставить вас вы в живых. Вы слишком часто меняете свое мнение. У меня нет выбора. Вы должны умереть. Да будет так. Если вам кажется, что я это заслужила, то я не буду сопротивляться. Боже правый. Не верится, но Джонг утверждает, что у нас достаточно средств на возрождение колонии. Это благодаря вам, дорогой капитан. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Столько страданий, столько смертей, но они все еще держатся и сражаются. Так, ну на этом мы закончим. Квест сюжетный выполним. Ну а сейчас давайте отправимся к себе на корабль. Так, надо будет поговорить с экипажем и доложить совету. Ну, точнее, не с экипажем, а с командой, с моей, из этих 6 человек. У вас бледный вид. Шифр не оказывает на вас дурного действия? Мне чуть-чуть не взорвали мозг. Мой мозг взболтали, как яйцо для омлета. Как я себя могу чувствовать? Возможно, я смогу вам помочь. Я специалист по протеанам. Если я соединю свое сознание с вашим, мы могли бы чего-нибудь добиться. Забудьте. Я никому больше не дам лезть мне в голову. Меня уже тошнит от этих видений. Я понимаю ваше беспокойство, капитан, но видение уже в вашем сознании. Я хочу лишь помочь вам разобраться в них. Вдруг это единственный способ остановить Сарана? У меня Давайте нет выбора. Только быстро. Времени нет. Расслабьтесь, капитан. Обнимите вечер. Все это время, все мои исследования, я даже не мечтала. Простите, такие живые образы, я и представить себе не могла, что они будут настолько яркими. У вас удивительно сильная воля, капитан. То, что вы видели, через что прошли, могло сломить кого угодно. Ну же, давайте к делу. Что вы видели? Маяк на Иден Прайм был, видимо, сильно поврежден. В нем недоставало крупных фрагментов сообщения. Информация, переданная в сознание капитана, неполная. Ничего, так.
Все было зря? Мы вернулись к тому, с чего начали. Напротив, капитан, я думаю, что мои знания о протеанах еще успеют нам пригодиться. Я сумела истолковать информацию, переданную вам в видении, по крайней мере, уцелевшие фрагменты, но она не полная. У Сарена могут быть недостающие фрагменты. Он мог найти еще один маяк. Если мы отыщем то, чего не хватает в вашем видении, я смогу... Ой... Простите, слияние довольно утомительно. Мне надо пойти в лазарет и немного отдохнуть. Я совсем не устал. Вы уверены, что дело в слиянии? Я себя прекрасно чувствую. Ваша роль в нашей связи была пассивной. Это я должна была погрузиться в ваш разум, утонуть в ваших мыслях. А это сложнее, чем кажется. Подсознание человека инстинктивно противится слиянию. С такой сильной личностью, как ваша, достичь его еще сложнее. Здесь мы закончили. Давайте. Вы свободны. Я отправил рапорт насчет Ферроса, капитан. Соединить вас с советом? Да. Да, Джокер. Свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Капитан, руководство Экзогени должно было сообщить нам о Тырианине. Это сделало бы вашу задачу намного проще. Вы смогли бы захватить его для изучения, вместо того, чтобы уничтожать. Это бред. Единственное, зачем можно изучать подобное существо? Это чтобы узнать, как лучше его убить. Да, лучше его убить. Именно так вы, земляне, обычно поступаете с тем, чего не понимаете. Я его понимал, он заслуживал смерти. Он заслуживал смерти. Тырианин порабощал и убивал невинных гражданских. В таком случае, возможно, все к лучшему. По крайней мере, вы спасли колонию. Разумеется. Шепард пойдет на все, чтобы помочь человеческой колонии. Отключить связь. До свидания, советник. О-о, простите. Простите, сэр, мы потеряли связь. Спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал.